Унылые будни, скучная работа, повторяющийся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаете в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! UpX! Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда легко? Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании, и бесплатная игра ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. What's up? Что-то я так давно не заходил в лайв. Чуваки, я сижу дома в шапке. Просто осознайте это дерьмо. I'm a gorilla in the fucking coop. Finna pull up to the zoo, nigga. Who? Nigga, who the fuck is you? I don't know, nigga. Подпевайте. Да все нормально. Отдыхал, сидел. Уже пришло время возвращаться to the kitchen. You know. Не знаю, настраиваюсь на рабочее состояние. Ну что расскажете интересного? New creep, bitch. Какими зарубежными исполнителями будут фиты? Я не буду говорить, потому что это будет не так интересно, если я скажу. И йоу, я здесь, что-то с инетом. Я не буду говорить, с кем будут фиты, потому блядь, я заехал в новостройку, и здесь очень хуёвый, да? Я не знаю, почему. Почему-то во всех новостройках уебанский интернет. О чем я там говорил? А, про зарубежных артистов. Типа, с ними немного странно, типа, вести дела, потому что они могут отвечать, потом бац, загаситься, типа, и вот. Я просто пиздеть я не хочу. Так что, поживем, увидим. Фит с Кристаллом и Платиной будет у Кристи на альбомчике. На EP его, я не знаю, как это называется. Блять. Я вас прерываюсь. Так, а сейчас что? Я сел в окошко, чтобы лучше ловило.
Бенз Гэнг распался еще давно, ребят. В туре будет, помимо материала Dragonborn, уже новый материал, над которым я уже работаю. Это Certified Bangers. Так что мы поедем разъебывать со старым дерьмом, а потом еще с новым. Dragonborn Tour. Покупайте билеты. Когда новый альбом? Новый альбом будет не скоро. Ближайший релиз это будет, скорее всего, EP. Вот, потому что альбом это все же что-то такое капитальное и здоровое. Вот, и пока что у меня нету достаточно сильных идей, чтобы их воплощать в альбом. Вот. Три самых лучших города, в которых были концерты. Сейчас надо подумать. Блин, слушай, я так и не вспомню сейчас, наверное. Нижний Новгород был очень крутой. Красноярск, Тюмень, Санкт-Петербург. Балаклава. Балаклава. Я не знаю, вообще мне, честно говоря, не очень нравится трек Балаклава, Take a Leak. Я подумаю вообще насчет его выпуска. Или его нужно, типа, капитально переделывать. Факт. На роки? Ну да, я думаю, пойду на роки. А ты пойдешь? What's up? К Эминему я отношусь хорошо, но к его более раннему творчеству. Ну, типа, блин. Я не помню по... Блядь, как ее вернуть. Я не помню по альбомам, типа... Ну, знаете, времена типа а-ля Real Slim Shady, S Like That и все такое. Мне нравится, типа, когда он угорает, а не когда он... Типа, задвигает какую-то серьезную штуку. Мне больше нравится Slim Shady по такому вайбу, типа. NLE Choppa. Знаешь ли ты его? Слушай, да, я слышал пару треканов. Это типа прикольно, но я вот, кстати, столкнулся сейчас с такой темой, то что, ну, типа, я слушаю какую-то новую музыку, которая выходит, и она мне не нравится, типа. Ну, вот прям вообще не нравится. Либо я уже превратился в олдхеда, либо она реально какая-то, типа, странная. Ну, типа, знаете, бенгеры, они какие-то, блядь, очень однотипные. Ну, типа, супер однотипная, потому что, ну, когда вот я тот же Dragonborn делал, то я слушал достаточно много, типа, всяких бенгеров и всякой, типа, ну, разной музыки,
чтобы создавать свои типа уникальные ритмы и все такое, то сейчас ритмы превратились в очень банальные, типа. И мне не очень нравится 10K, вот этот вот wave. Ну, это где, типа, без мелодий биты. Типа, это прикольно первые там пару раз, когда это услышал, ну, необычно. Но, типа, когда это, блядь, каждый второй на это читает, это реально что-то неприкольно. Потому что я считаю, то, что, блин, это, ну, это смогло сработать за фишку там пару раз, но потом это уже, ну, реально не достает как будто. Будешь пробовать себя в других ответвлениях, может, лирика? Ха. Да, вряд ли. Не знаю. Пока мне еще интересно, типа, поделать бенгеров. Просто сейчас уже интересно, можно ли, типа, придумать, типа, еще, знаете, типа, вот то, что будет, типа, разъебывать. Как бы, это, знаете, такая, блядь, какая-то научная задача. Докторская чисто. По разработке бенгеров. Да, я не очень охрип. Просто, наверное. У меня после тура достаточно сильно, типа, голос изменился. Не знаю, может, я типа навсегда порвал там связок немного. Не знаю. Big boy. Курим дол. Что, будет нормально? Что, с тейпом? С каким из? На концертах автограф, сессия. Слушайте, скорее всего, будут билеты meet and greet, но это пока, типа, надо еще все уточнить, проверить. И всякая такая хуйня. Диджей Тейп ищет вдохновение. Интервью есть, почему их нет? У меня есть. Там, кстати, в Esquire скоро должны выйти все. Угу. Там достаточно такое широкое интервью.
фиты, я бы сейчас сделал только с зарубежными исполнителями. На самом деле, потому что в России я уже со всеми, с кем хотел, почти поработал. Когда в Украину, брат, не знаю. Пока не могу ответить на это. Talking to his neck, pistol to his throat. Blow this motherfucker, he gonna choke. Бля, хочу заказать мерч Glow Gang. Прям пиздец. Я зашел к ним сегодня на сайт, посмотрел, у них там бомберы такие пиздатые, Glory Boys. Чисто GBE. Зельда выйдет синглом, скорее всего. Пока я не знаю, когда. Пока что это еще типа не готово. Когда будет готово, я все выложу, ребят, не волнуйтесь. Типа, понимаете, я просто лучше буду давать вам хороший материал. Тот, который меня устраивает. И, типа, чем я буду выкладывать много посредственных треков. Понимаете? Типа, не от количества. Не в количестве дела. Facts. Факты будут в EP. Что с Даймбэгом? Ебать, вы какую-то рандомную хуйню пишете вообще. Ладно, question and answer закончен. Я возвращаюсь, сука, и буду активно читать.